Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Барон. Очень давно не было видео, практически 2 недели. Планировал я выпустить этот видос где-то после праздников, ну и, собственно, записать его. Но появилось немного времени, и записываю его сейчас. На данный момент я хочу просто поработать в ПД, кстати, проверить еще Boost Info, запустили ли его. Да, кстати, запустили Boost Info, донат, опыт, патроны вам, так, опыт таксиста. Можно таксистом поработать или продуктовозом. В принципе, много людей хотят ПД, я еще немного ребят приболел, что-то как-то хрипит горло, такие, ребят, дела. Ладно, это все не критично. На данный момент я, скорее всего, действительно буду работать продуктовозом. Собственно, это перевозка продуктов куда-либо, или же можно просто на фермы возить что-то. Ну, в общем, сейчас посмотрим, как пойдет. Главное вспомнить эту профессию, эту, так сказать, работу, как работается, какие команды и так далее, потому что я до конца ее не помню. Помню то, что там прод меню, и дальше там уже само. А еще там какие-то команды, я их не запоминал, если они вообще есть. Но по идее они должны быть. Так, вон три, нет, два НРГ стоит и стоит Харлей. Окей, ну фривей, как говорится. Это, в принципе, пофигу, не особо важно, но стоит он, стоит. Насчет ребят-дальнобойщиков. Пока что я дальнобоить не буду. Я на этом деле закончил пока. Потому что сейчас у меня максимальный скилл дальнобоя, и смысла дальнобоить на данный момент нет. Если бы у меня был там 24 или 20 скилл дальнобойщика, тогда да. А так пока что я на стриме, скорее всего, буду прокачивать скилл таксиста. Ты где, я хочу тебе денег подогнать? Неплохо, конечно, но я пока что еду на мэрию на работу. Так, ладно. Собственно говоря, скоро будет стрим. Может быть завтра, может быть сегодня, я не знаю. Что касаемо сегодня, возможно, а если, конечно, завтра я вообще буду онлайн, то есть там буду отвечать вам на ваши вопросы в группе ВКонтакте, то тогда стрим будет. Но если же нет, то не ждите меня до понедельника. Ну, а вернее, до вторника. Такие, ребят, дела. Как пойдет. Так что, ребята, тут уже немножко смутное такое мнение, что если вдруг не будет стрима, то он будет уже после праздников. Так как, блин, да чувак, не флуди. Ну, он, езжай на мэрию. Так, в общем, что, почти что я подъехал к мэрии. Сейчас устроюсь с продуктовозом, как говорится. Кстати, какие еще есть? Так, Boost Info. Ой, так. Автоугон, дальнобой. Это дальнобой сразу отпадает. Такси, продуктовоз и автоугон. Можно еще скилл ударов немножко прокачать. Скидка в автосалоне, это не важно. Скидки на скины, на квартиры, это не важно. Процент кости, процент 21, не важно. Таймер на нарко, таймер фермы, промокод, неважно. Собственно говоря, ничего этого мне не нужно, поэтому сейчас спокойно устроимся продуктовозом, потом устроимся таксистом и будем так перевозить людей. Сначала будем перевозить зерно, потом будем перевозить людей. Опять же, таксистам желательно устроиться в X3 опыт, потому что будет больше опыта. Если это, разумеется, сделать на стриме, то я надеюсь, вы мне поможете, то есть подойдете там, так сказать, и ух, ни хрена там ДМ. ЧС. Нормально, сам ЗЗ ДМит. Охренеть. В зеленой зоне херачит. Нормально. Ладно. Это не важно, ребят. Так, стоп.
Что-то не так. Что-то как-то не так. Кстати, серваки сам ПРП, ребят, дудосят. Дудос проходит. Поэтому, ребят, может меня кикнуть, может залагать, собственно, может быть все что угодно. Разводчик продуктов. Так, Ку. Ну вот, собственно, одна команда, прот меню. Так. Нормально, 65 кк. 65 кк втащил вчера. Чё, Рикардо Ривер, поздравляю тебя. Да. Снимаю. Где, кстати, тот чувак, который хотел что-то денег дать, еще что-то? То есть сейчас я уеду, он будет говорить, типа, ты где? О, Ку. Ладно, что ж. Чё, куда? Такс, ДХЗ. Я изначально хотел машину купить, но так как у меня напряг с деньгами, у меня сейчас 2,8 кк, но суть в том, то, что я около фермы 0 перевернулся, можешь подъехать. Ну давай, подъеду. Окей, ладно, бабло дам сразу, дальше можешь ехать. Нихрена себе, чувак. Джой Бонито, Бенито. Ну нихрена себе на инфе. Го, обмен на Элегию без ДП. Не, ну а чё, неплохая такая тема. Мне небольшой подарок будет. Довольно-таки забавно. Не, инфа вообще прикольная тема. То есть на ближайшее время у меня есть желание все-таки прикупить Инфернус, но с деньгами, так как напряг, да и обмениваться я не хочу на вот типа Санкинги и так далее. А на Элегию, в принципе, можно. Но там я уйду, собственно говоря, в минус, потому что Элегия стоит мало очень. Чё, браток, догонишь, нет? Догонит. 122 летит, КМ в час. Так, окей, тут мы проедем немного, нарушим. Так, ну чё? Во-первых, где чувак, а во-вторых... А, вот он. Или это не он? Не знаю. Он это или нет? Вот он вроде как. Ай, ребята, ребята, ладно. Ага. Игрок офлайн. Ладно, не суть важно. В принципе. На работу. Чего? Ты охренел, что ли? Эй. Я снимаю этот видос. Ё-моё, майор. Когда видео? Блин, два одинаковых инфернуса. Охренеть, подарите мне один, люди, вы чё? Кубаран. Миша, твою мать. Меня кикнуло, печально. Так, стоп, где у нас находится... Так, стоп. Где-то. Так, тут как раз ехать. Ага, вот тут она находится, я понял. Находится она вон там. Мне, собственно, нужно за теми продуктами ехать и опять же развозить их 24/7. Ну, ребята, уехали. Все нормально, теперь я еду один, одинешенький. Ух ты, тихо. Давай около H встретимся, короче, или трансфером. Трансфером давай лучше. Хочешь, если перевести, то переводи трансфером, потому что если я все же не увижу, но потом можешь скриншот сам сделать, скинуть его в группу ВКонтакте. Ладно. Поехали. Все, мы уже подъезжаем. Все хорошо у нас. Так, отлично. Блин, хочу вот такие вот фуры иметь. Вообще супер пост. Офигенные фуры. Так, а теперь нужны команды. Ага, прот меню. Еда, товары. Окей. Давай, про... Так, что там? Прот. Прот меню. Купить. Я не знаю, что закуски, бары, клубы, магазины. Давай магазин. Давай 200. Давай, давай.
Так, прод меню. Опять же, я не знаю, вот как тут. Ну-ка, мониторинг. 24 на 7. Мне нужно, значит, ввести, я так понимаю, вид стон какой-то. Посмотрим, где они. Дихстон это. Она у нас 2500 метров. Чё, нихера, где это вообще? Ёлки-палки. Святые ёжики. Ну что, поехали. О, лагает. Вот тебе и лаги, ребята. Милости просим. Сейчас меня кикнет. Довольно-таки неудавшаяся работа, мне кажется, да? То есть, видите, виснет все абсолютно. Вот тебе и дудос. То есть ты немного играешь, и за счет этого потом у тебя лагает. Все. На нах. Перезапуск серваков. Ну ладно. Все. Блин, ребят, это, конечно, получилось немного не так, как планировалось. Не получилось у меня поработать. Я не буду уж опять заходить, опять ехать и занимать ваше время. Пишите по поводу дудоса, как вам вообще вот эта вот херня. Во-первых, как по мне, это жесть полная. Админы ни хрена не делают, я так понимаю. Они не хотят это фиксить, как-то там защиту ставить и так далее. Ладно. На этом я заканчиваю. Большое всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Барон. Всем удачи и всем пока.